как раз мой доширак запарился. Курица? Как ты посмела сожрать мой доширак? Я решил отомстить своей курице за то, что она сожрала мой обед. А вы уже играли в Black Desert? А? Здесь все как в реальной жизни, только графика лучше. Бери в руки топор или удочку и добывай ресурсы. А если нет времени, найми рабов, и они сделают все за тебя. Вместо доната ты сможешь сам скрафтить крутое оружие, путешествуй по открытому миру, сражайся с врагами один на один или участвуй в масштабных битвах. Да, игра много весит, но поверь, она того стоит. Тем более, во всем мире она платная, а по ссылке в описании ты можешь скачать ее бесплатно. Тем-тарам-тарам-тем-там. Ну все, ролик отмонтировал. Пойду что ли пожару? Как раз мой доширак запарился. Курица? Ах ты мерзкая тварь! Как ты посмела сожрать мой доширак? Тебе капец! Ты меня уже достала! Ребята, с вами Тимон, и я решил отомстить своей курице за то, что она сожрала мой обед. Сейчас я ее скину в этом огроменном лизуне из 50 прозрачных лизунов. Видео, кстати, есть на канале, ссылка в описании. Ну что, будешь жрать мою еду, а? И я так думаю. Пока! О, ребята, по-моему, ей не сладко пришлось. Давайте быстренько сбегаем, посмотрим. Ну что, ей капец пришел. Будешь жрать мой ролтон, это тебе месть. Офигеть, вот это его расплющило. Это просто жесть. Вон еще кусочек. Еще тут. Да, короче, лизуну пришел капец. Какие ты мерзкая тварь, которая жрала. Да, ты еще живая. Ну все, тебе капец. Ребята, как я обещал, я скинул этого огроменного лизуна-попрыгуна, и что-то он, кстати, он вообще не подпрыгнул, ну чуть-чуть. Он повел себя, в принципе, как нетоновская жидкость, и стал твердым при ударе об землю, и раскрошился на кусочки. Как по мне, этот эксперимент прикольный, все-таки такого лизунища скинул. Ставь лайк на это видео, 10 тысяч лайков, и я его взорву, как тоже и обещал. Участвуйте в конкурсе на CSGO или премиум аккаунта Майнкрафта, все условия в описании. Подписывайтесь на канал, вы увидите еще круче видеоэксперименты. И всем удачи, пока-пока!